Уважаемые слушатели, сегодня наша лекция посвящена событию, о котором мы все знаем. Все знают, что имела место Куликовская битва. До последнего времени, до того, как у нас распространилась компьютерная техника, нам было совершенно ясно, что это событие, выдающееся событие в истории нашей страны. В чем значимость его, я об этом буду говорить в заключительной части лекции, но, тем не менее, каждый из вас это представляет. Но когда началось распространение компьютерных знаний, вы можете зайти, например, там, скажем, поискать по поиску в интернете вот это определение «Куликовская битва», и вот из массы сведений об этом сражении вы можете понять, что в настоящее время, оказывается, значение Куликовской битвы отнюдь не однозначно. А вот тогда, когда мы в 1980 году праздновали 600-летие Куликовской битвы, это событие было достаточно однозначно. Русские победили Орду. А вот теперь, значит, тут возникают разные сомнения, разные точки зрения. Говорится о том, что победа была, конечно, отрицать невозможно, но кто выиграл от этой битвы? Возникают такие мнения, что, например, выиграл прежде всего хан Токтамыш. Хан Токтамыш – это ордынский хан, который кочевал по левобережью Волги и в битве, естественно, конечно, не участвовал. А почему он выиграл? Непонятно, не участвуя в битве, а битва, значит, вот это пошла ему на пользу. Но это пишет историк достаточно важными званиями. Но, тем не менее, он занимается так, он занимается аспектом таким – Русь-Орда. А вот если бы он занимался бы проблемой Русь и Запад, то он бы на тех же самых логических основаниях мог прямо сказать, что от этого выиграл Тевтонский орден. Почему Тевтонский орден? А потому что ослаб его противник Егайло, великий князь Литовского государства. И вот если мы будем заниматься не изучением источников, не изучением фактов, а разного рода умными хитросплетениями, то мы можем наговорить бог знает чего. И у нас получится, что Куликовская битва – это, значит, факт неоднозначный, а факт, который надо исследовать, вернее, исследовать-то надо, конечно, но это не исследуется, а делается просто умозаключение. А вот если вот повернуть так, то получается, значит, такой-то ракурс, немножечко сдвинуть – это другая точка зрения и так далее и тому подобное. Поэтому я вам напомню прежде всего, что предшествовало Куликовской битве, почему она произошла. И в конце концов мы придем к выводу о том, как надо будет ее оценить. Так вот, если следовать Александру Дюма, но только значит, вот не писать 20 лет спустя, а говорить о том 20 лет перед, то окажется, что за 20 лет до Куликовской битвы на историческую сцену вышли два ее главных персонажа. Это московский великий князь Дмитрий Иванович и предводитель Орды эмир Мамай. Напомню, что в ноябре 1359 года в Москве умер тогдашний великий князь Иван Иванович, отец Дмитрия Ивановича. Он оставил после себя разросшееся московское княжество, но оставил своим наследникам, жене Александре, старшему сыну Дмитрию, который был объявлен его преемником на московском столе, и другому сыну Ивану,
который умер вскоре после смерти отца, будучи совсем ребенком. Дмитрий, которому было 9 лет, должен был отправиться в Орду, чтобы там получить ярлык на московское княжение, а заодно попытаться добыть ярлык на Владимирское великое княжение. Владимирское великое княжение было самым большим княжеством в то время в северо-восточной Руси. Оно в 4 раза примерно превышало собственно московское княжество, и понятно, что князья различных княжеств древнерусских хотели завладеть таким ярлыком. Он им давал большие экономические и политические возможности. Так вот, первая московская делегация, которая отправилась в Орду с 9-летним Дмитрием, и в которую входили видные бояре московского князя, получила в Орде решительный отказ. Ордынский хан, видя малолетнего москвича, решил, что он, и я думаю, к этому были веские основания, не справится с тем, что должен был бы делать великий князь Владимирский. Поэтому он отдал ярлык его сопернику, нижегородскому князю Андрею Константиновичу. Вскоре, однако, в Орде последовали события, которые совершенно нарушили прежнее устройство этого государства. Друг против друга начали воевать несколько ханов и некоторые эмиры. В итоге, к 1363 году Орда распалась на 4 ханства и 2 эмирата. Одно из этих ханств возглавлял хан Абдуллах, но за его спиной стоял темник Мамай. Это государство заняло территорию от нижнего течения Волги, от устья этой реки. Значит, правый берег был занят ханом Абдуллахом. И протянулось это государство вплоть до устья Дуная по южно-русским степям, и затем, значит, перешло границу и захватило часть Венгерского королевства. Вот эти события, они привели к тому, что, конечно, Орда ослабла. И этим воспользовались москвичи. Конечно, Дмитрий Донской был человеком несовершеннолетним. За него действовали бояре. Бояре служили и отцу Дмитрия Донского. Я буду говорить это для того, чтобы было ясно, о ком идет речь, потому что Донской в 1363 году еще Донским быть не мог. Вот, он просто Дмитрий Иванович в лучшем случае. Вот действия этих бояр, служивших Ивану Калите, служивших Симеону Гордому, служивших Ивану Ивановичу, привели к тому, что ордынские ханы, теперь враждовавшие друг с другом и не представлявшие, а как им, собственно говоря, осуществлять и кто из них должен осуществлять власть в русском улусе, вот эти бояре сумели добиться того, что один из ханов, Мюрит, передал ярлык на великое княжение уже не нижегородскому князю, а московскому князю. Мало того, что был передан ярлык, необходимо было Владимирское великое княжество подчинить, то есть посадить там свою администрацию. А прежний князь Андрей не захотел, собственно говоря, занимать Владимирский великокняжеский стол и отдал ярлык своему брату,
Дмитрию Фоме Константиновичу. Дмитрий Фома, естественно, конечно, добровольно уступать это важное княжество московскому князю не хотел. Тогда было собрано значительное войско, и это войско захватило Владимир, и в итоге, в начале января 1363 года, Владимирское княжество перешло в руки московского князя. Соратники Дмитрия объявили о том, что теперь это княжество принадлежит Москве, им не может распоряжаться никакой ордынский хан, выдавать на него ярлыки, а это владение московского княжества будет являться вотчиной. Не временным держанием при получении ярлыка от ордынского правителя, а именно вотчиной, то есть собственностью московского князя. Он может распоряжаться не только его настоящим, но и его будущим. Он может это княжество отдавать в наследство, и никакой из других Рюриковичей не может посягать на это самое княжество. Конечно, это были устремления Москвы. Но в северо-восточной Руси были и другие крупные княжества, которые добивались того же самого Владимирского великокняжеского стола. Главным соперником московского княжества в те времена была Тверь. Тверские князья раньше, чем московские, получили титул великих князей Владимирских, но из-за, во-первых, вражды с другими своими соседними князьями других княжеств, из-за того, что московских князей поддерживала Орда, тверские князья только на какие-то определенные сроки получали вот эти вот права на Владимирское княжение, а в дальнейшем они должны были уступать. Во всяком случае, вот с момента княжения Ивана Калиты и вплоть до смерти Ивана Ивановича Красного в 1359 году, ну, это, значит, 30 с лишним лет, московские князья один за другим попеременно занимали не только стол московского великого княжения, но и стол Владимирского великого княжения. И вот с 1363 года Владимирское княжение целиком в руках Москвы. Кроме московского и тверского княжеств, в северо-восточной Руси было еще несколько княжеств. Вот из них самым крупным было, пожалуй, Нижегородское, которое было образовано в 1341 году, включало в себя Суздаль, включало в себя Нижний Новгород, включало в себя городец Радилов. Это тот самый городец, вот роспись которого сейчас вы видите в художественных магазинах. Роспись по дереву, городецкая роспись. Это вот роспись жителей старого русского города Городца, который возник еще в XII столетии. Несколько позднее в состав территории Нижегородского князя была включена Вятка, которая, собственно говоря, непосредственно с нижегородскими землями не граничила. В итоге, примерно к последней четверти XIV столетия, в северо-восточной Руси насчитывалось 11 княжеств. Некоторые из них были весьма мелкие, например, Стародуб. Вот, это небольшое княжество, Стародуб-Приполоцкое, небольшое княжество по течению реки Клязьмы. Юрьевское княжество, которое тоже было очень небольшим, которое можно было объехать на коне за один день по всему периметру его границ. Но, тем не менее, хотя вот этих княжеств мелких было немало,
каждая, значит, имела в своем составе 1-2 города. И с этим надо считаться, когда мы производим разные расчеты относительно числа городов в этих княжествах и количества населения в них. Кроме княжеств Северо-Восточной Руси, существовало еще несколько княжеств, которые не входили в этот состав, потому что князья Северо-Восточной Руси – это все потомки Всеволода Большое Гнездо. А были другие княжества. Вот наиболее таким крупным и известным из них было княжество Рязанское. Княжество Рязанское управлялось Рюриковичами Черниговскими. Оно образовалось примерно в середине 12-го столетия, очень пострадало от нашествия Батыя, но тем не менее в XIV веке продолжало существовать и играло весьма заметную роль в событиях, которые происходили в Восточной Европе. Кроме Рязанского княжества, еще дальше на восток лежало княжество Муромское, и там, в отличие от Рязанского, был только один город, вот Стольный Муром. Больше городов в этом княжестве за всю историю его существования не было. Но это особый такой случай и требует, собственно говоря, специального разговора по поводу того, почему там, значит, вот был только один город. В верховьях Оки существовал целый ряд княжеств, так называемые верховские княжества. Но наиболее значительным, очевидно, было такое княжество Новосильское, которое включало в себя территорию по реке Зуши. Там находился стольный город Новосиль. Много километров, десятков от него к северу лежал город Адоев, нам более знакомый, чем Новосиль. А еще в состав Новосильского княжества в свое время входили такие города, как Медынь и знакомые нам Калуга. Вот когда мы говорим о Руси, о русском государстве и прочее, 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 нам надо очень четко осознавать, что к Руси вело объединение княжеств или покорение княжеств, как угодно это можно называть, но это был важный исторический процесс, который занял не одно столетие. А вот в XIV веке, в общем-то, в канун Куликовской битвы, оказывается, что у нас было, значит, 11 княжеств, которыми владели родственники, потомки Всеволода Большое Гнездо. 5 или 6 княжеств, они менялись, это верховские княжества, такие там, как Козельское, Карачевское, помимо Новосильского, Воротынское и прочее, прочее, прочее. Это потомки тоже черниговских князей, Муромское княжество. Так что было много таких древнерусских княжеств, где господствовали другие линии Рюриковичей. Что касается ордынских владений, то там после того, как Орда распалась на 4 ханства и 2 эмирата, там тоже происходили политические сдвиги, потому что князья ордынские, как они называются в русских источниках, а значит, по-восточному это будут эмиры, стремились расширить свои владения, им не давали это делать чингизиды, потому что чингизиды были ханами и были выше этих самых эмиров. И там шла внутренняя борьба, которая, собственно говоря, кончилась вот в чем. Вот это политическое разделение, оно прекратило действие шелкового пути. Вот у нас там говорят много о шелковом пути, о, значит, автопробегах по маршрутам древних купцов и древних караванов. Это не совсем так.
Но в принципе вот эта вот, вот политическая борьба, когда образовались независимые друг от друга вот ханства и эмираты, она прекратила эту связь Золотой Орды с ханствами в районе Яйка, Урала, прекратила связь с Китаем, где тоже были в правлении представители чингизидов. И это, конечно, способствовало только упадку тех ордынских владений, которые простирались от Волги до Дуная. Первоначально темник Мамай. Мамай – это, собственно говоря, ну, сокращенное имя этого человека, полное имя Мухаммед. Но это примерно то же самое, когда мы говорим Александр, но зовем его дома Шура. Так вот, значит, иногда историки встречают, например, там название Мамая или Мамаева, и они считают, что это относится только к одному человеку, тому самому, который возглавлял ордынские войска на Куликовом поле. Но это не так. Это не так. Значит, Мамаев было несколько, и вот и само имя Мамай обозначает это. Так вот, наш персонаж Мамай, он был близким родственником могущественного хана Узбека, женат на его сестре, но тем не менее он не был чингизидом, и он вынужден был на ханском троне держать чингизидов, но таких, каких он хотел. Таких, которые бы подчинялись его слову, его влиянию. Американский историк, один из американских историков, написал книгу специальную о взаимоотношениях Руси и Орды и объявил Мамая узурпатором. И сделал далеко идущие выводы относительно того, вот могла ли, например, Русь, население русских земель, воевать с законным ханом, и приходил к выводу, что нет. А вот с узурпатором, которым был объявлен Мамай, она воевать могла. Но это, конечно, исключительно псевдонаучные домыслы. Потому что если к вам в селение, особенно сельское, врывалась ордынская конница, то вам было совершенно все равно, кто ей командует. Законный ордынский хан или, например, кто-то из его ставленников. Там. Вот. Надо было или спасать свою жизнь, спасать свою семью, спасать свое имущество, или защищать. Это, собственно говоря, такие вот исторически необходимые вещи. Их не надо вот раскладывать на такие полочки, которые были предложены американским ученым. К сожалению, вот эта вот идея взволновала и наших коллег, которые тоже стали повторять всем за ним, значит, вот был ли Мамай узурпатором или нет. Не был. Не был потому, что он очень аккуратно сажал на ханский стол ханов, чингизидов, только они, значит, выполняли его волю. Если этого не происходило, тогда он отстранялся от власти. С ним ничего не делали. Его там не убивали, не арестовывали и так далее. Таких вещей не предпринимали, а просто устраняли с власти. Так вот, Мамай по сути дела, возглавив одно из ханств ордынских в 60-х годах XIV века, в русские дела длительное время не вмешивался. Были более могущественные ханы,
которые стремились подкрепить свою власть над русскими землями, чтобы получать естественные платежи с покоренных русских земель. В 30-х годах XIV века один марокканский путешественник, мусульманин, он доехал до Золотой Орды. В Золотой Орде в то время стал уже официальной религией ислам. Вот он доехал до Золотой Орды и стал описывать ее быт, как жили люди в то время. Впервые он столкнулся с Ордой у Бештау, ну, это вот северный, ну, или предгорье Северного Кавказа, вот так вот, и написал, что на меня двигался город на телегах, в которые были запряжены лошади, быки и верблюды, двигался громадный, значит, вот город такой, дымились кухни, работали, скажем, мастера по золоту, по серебру, значит, был такой стук, и вот это вот все двигалось. Это произвело на него неизгладимое впечатление. Так вот, значит, говоря о материалах, с которыми работали эти ремесленники, ну, в частности, о серебре, этот марокканец написал, что это серебро все привозится из Руси. И Русь богата серебряными рудниками. Но мы с вами знаем, что никаких серебряных, собственно, рудников на Руси длительное время не было. Только тогда, когда стали открывать или захватывать территории Северного Урала, вот там вот появились эти самые драгоценные металлы. А это был конец XV века. В XIV и более раннее время ничего подобного не было. Серебро привозили из других государств. Почему серебро оставалось на Руси, а потом, значит, отдавалось в Орду? Ну, появлялось оно на Руси, потому что продавали дорогие меха, вот чем-чем, а богатыми мехами разными Русь была богата. А уплата выхода ордынского, то есть налогов, вот она производилась вот этим самым серебром, и его было столько, что человек из Северной Африки решил, что на Руси имеется, значит, целые залежи серебра. То есть платить надо было много. И вот когда возникла коллизия, организовалось четыре ханства в начале 60-х годов XIV века, тогда стал вопрос, кому, собственно говоря, получать вот эти выходы. И до, очевидно, 1370 года Мамай, или Орда Мамая, сказать точнее, эти выходы не получала. А вот с 1370 года Мамай впервые вмешался в русские дела, и, судя по всему, он отчасти восстановил зависимость русских земель от его орды. Причем платить выход в Орду согласилась даже Москва. В Москве поддерживать Мамая заставило то обстоятельство, что после строительства каменного Кремля в Москве, кто-нибудь знает примерную дату, когда он был построен, первый каменный Кремль в Москве? Что-то не слышно. 67-й? Ну, вообще начали с 65-го года, вот так вот, вот, но к 68-му уже построен был. Так вот, значит, в 1368 году было первое нашествие Тверского князя и его главного союзника, великого литовского князя Альгерда, на Москву. В 70-м году нашествие повторилось вновь.
И вот в этих обстоятельствах Дмитрию сложно было, например, не давать выход в Орду, потому что тогда получалось бы, что у него враги и на Западе, и на Юге. Пришлось идти, собственно говоря, на соглашение с Мамаем. Но вот эти события, они сопровождались вот еще чем. Претензиями Тверского князя на Владимирский великокняжеский стол. И Михаил Александрович Тверской, который в то время возглавлял Тверское княжество, неоднократно обращался не только за помощью к Альгерду, это был его родственник, вот, но и за помощью в Мамаеву Орду. Там давали ярлык. Давали ярлык. Тверской князь появлялся в пределах Северо-Восточной Руси. Он собирался проехать во Владимир и сесть на великокняжеский стол в этом городе, а московские войска ему этого не давали. Он приводил с собой послов из Орды, которые должны были обеспечить действенность ярлыка. Но и послов не пускали тоже. Тогда, когда удавалось москвичам отделить тверского князя от ордынского посла, ордынский посол приглашался в Москву, его щедро одаривали, роскошно принимали, но говорили, что ярлык должен остаться у московского князя. Ордынский посол, видимо, предлагал московскому князю отправиться для этого в Орду, и в 1371 году Дмитрий Иванович отправился в Орду. Там, значит, он договорился о том, что ярлык останется у него, а он, значит, попросил у Мамая выкупить сына, старшего сына Тверского князя Ивана, который находился там заложников. За это, значит, была запрошена значительная сумма в 10 тысяч рублей. Дмитрий заплатил, а Тверской княжич оказался в Москве, в Кремле, и сразу был брошен за стенок. Для того, чтобы отец не водил больше литовских князей на Русь, не осаждал в Москву, и для того, чтобы он вернул захваченные великокняжеские земли, которые он захватывал, борясь с московским князем. В конце концов, значит, княжича пришлось вернуть в Тверь, но отец его, Тверской князь, отказался от всех территорий Великого княжества Владимирского, которые он занял, и 16 января 1474 года был подписан договор о мире между Тверью и Москвой. Это развязало руки московскому князю. Развязало потому, что в том же самом 1374 году один из ханов, который правил на левобережье Волги, захватил у он не захватил, а разбил Мамая, который в том году хотел захватить сарай. Вот. Сарай остался в руках противников Мамая. Мамай потерпел поражение, его положение стало не очень устойчивым. Воспользовавшись этим, Дмитрий Московский отказался платить ему выход в 1374 году. И это обстоятельство, конечно, резко обострило отношения между Москвой и Мамаем. Мамай хотел иметь средства для того, чтобы бороться, например, за другие земли ордынские, которые были у его предшественников, но которые были отняты у него его соперниками. А Дмитрий Донской, естественно, опасался
недовольство среди народа, потому что когда в 1371 году Дмитрий вот заплатил эти 10 тысяч за Тверского княжича, то тогда, значит, началась выплата татарам, и, очевидно, еще и выплаты, которые должны были бы пополнить казну московского князя. И люди были недовольны. Люди были недовольны, и летописец прямо об этом написал, что вот это возобновление ордынской дани и, очевидно, каких-то выплат еще и в московскую великокняжескую казну привело к тому, что Дмитрий Донской стал терять авторитет среди населения собственного княжества и соседних княжеств, которых коснулись все вот эти вот, вот вещи. Тем не менее, мир с Тверью давал определенную надежду на то, что вот этой вот острой борьбы, которая имела место в 68-м году, 70-м, еще 372-м, еще третье было нашествие Альгерда на Русь, но оно не кончилось так тяжело для Москвы, как первые два, потому что заблаговременно были выставлены войска, это недалеко от Калуги, которые предупредили поход литовского князя и его многочисленных союзников в третий раз на Москву. Но в 1374 году случилось еще одно событие, которое, так, историки будут должны оценивать как событие чрезвычайно такого личного характера. Дело заключается в том, что в том году скончался человек, которого звали Василий Васильевич Вильяминов. Кому-нибудь что-нибудь говорит такая фамилия? Инородный артист СССР, да, Вильяминов. Прямой потомок, кстати говоря, вот этих самых Вильяминовых. Вот. Это Тысяцкий, причем Тысяцкий последний. Так вот, тут тут есть много очень интересных вещей, которые связаны с этим именем. Политическое последствие вот этой смерти, смерти этого человека, оно привело к следующему. У него оставался старший сын. Сам Василий Васильевич Вильяминов был сыном Василия Протасевича Вильяминова, тоже Тысяцкого. То есть вот эта вот, вот должность, она делалась наследственной. Вот, не надо было никого назначать, а это наследственная вот эта самая должность такая. Ну, кстати говоря, во многих странах подобная должность была наследственной. Во Франции, например, там средние века и так далее, и тому подобное. Вот. Так вот, Дмитрий Иванович не дал старшему сыну Василия Васильевича Вильяминова место Тысяцкого. И этот вот Иван Васильевич на него кровно был обижен. В самом начале 1375 года он вместе с неким никоматом-сурожанином покинул Москву и уехал с примирившимся с Дмитрием, но тем не менее остававшимся совсем ему не другом, тверскому князю Михаилу Александровичу. Там они начали уговаривать тверского князя, чтобы он обратился снова к Мамаю за получением ярлыка на Владимирское княжение и начал бы борьбу с Дмитрием Ивановичем, а они ему помогут. В 1843 году, в Николаевское время, в Кремле, при строительстве погреба, для того, чтобы хранились запасы для императора и членов его семьи, который из Петербурга приезжал в Москву и поселялся в Кремле, и там должен был питаться, значит, обнаружили два предмета, одним из которых был такой медный кувшин,
медный кувшин, напоминавший кофеварку. И в этой кофеварке обнаружили 21 документ. Один бумажный, а 20 написанных на пергаменте, на коже. И это оказалось архивом, скорее всего, вот этого Ивана Васильевича Вильяминова, который из Москвы бежал в Тверь. Там есть целый ряд документов, которые можно прочитать, и прочли. Прочли, потом по указанию сразу Николая I в следующем же году напечатали результаты вот, научных исследований, которые были проведены с этими документами. Ну, в 43-м году нашли, а в 1844 году напечатали. Случай исключительный. Так не делают никогда. Это, понимаете, значит... Но только в чрезвычайнейших случаях, значит, вот научное исследование на следующий год публикуется. А тут опубликовали. Вот. И там стало ясно, что это, собственно говоря, архив Ивана Васильевича, который он оставил в Москве, вот так вот, вот, а сам бежал в Тверь. И в Твери Ивану Васильевичу удалось добиться того, что его план предложения тверскому князю по предложению, значит, вот по предмету великого княжения, ну, чтобы занять великое княжение и, значит, обеспечить себе поддержку со стороны Орды, оно стало осуществляться. Оно стало осуществляться. Никомат Суражанин поехал в Орду, добился там положительного решения для Твери. Тверской князь начал войну, захватил некоторые города у Дмитрия Московского, но через 11 дней Дмитрий Московский собрал войска, и, значит, после этого через 4 недели Тверь вынуждена была капитулировать. 1 сентября 1375 года был подписан договор между Москвой, Новгородом с одной стороны и Тверью, где тверской князь признал свое поражение, согласился на все условия, которые ему выставлял московский великий князь, и объявлял себя союзником его и других русских князей, которые перед тем, как пойти в поход на Тверь, собрались в конце 1374 года в городе Переяславле. Ну, это вот Переяславль теперь в Ярославской области. Собрались в Переяславле и заключили между собой договор, чтобы быть заедин везде – против татар, против немцев и против Литвы. Значит, 1375 год закончился для Москвы чрезвычайно успешно, но, естественно, не успешно ни для Литвы, ни для Орды. И в конце того же самого года и Мамаевы отряды пограбили Нижегородское княжество, а литовские войска воевали западные земли русских княжеств. Это я говорю для того, чтобы вообще была вам приблизительно ясна картина вот этого расположения, как раскладывались силы накануне сражения на Куликовом поле. Следующие годы, вот они для русской истории чрезвычайно интересны, потому что они напряжены. Они все вот эти времена, там только 1379 год оставался относительно спокойным, они были все напряжены до крайности, и необходимо было действовать очень умело, чтобы не проиграть
в явной борьбе, которая, собственно говоря, вот знаете, так как это самое было с немцами в 30-е годы прошлого столетия, ну, я надеюсь, что пожилые люди или читали, или помнят, вот, когда вроде бы ведем переговоры с Францией и Англией об общей борьбе с Германией, и вдруг, значит, неожиданный поворот в сторону Риббентропа, да, пакта Молотова-Риббентропа. Вот всякие, конечно, исторические аналогии сомнительны, но напряжение было очень большим. Очень большим, потому что в 1977 году Мамай нанес совершенно неожиданный удар по московско-нижегородским войскам, которые на Пьяне, на речке Пьяне, ожидали нападения одного из ордынских ханов, который шел на Русь с Нижней Волги. А отряды Мамая, оказывается, были в мордовских землях, и мордовские князья сказали им, что русский лагерь находится вот на реке Пьяне, Пьянская битва, которая закончилась полным поражением русских князей, окрылила Мамая. Он сумел захватить Нижний Новгород, а это один из самых крупных городов Северо-Восточной Руси. И в 1378 году он послал уже значительно более крупное войско на самого Дмитрия Московского. Это войско было встречено вне пределов Московского княжества и вообще Северо-Восточной Руси. Оно было встречено на реке Воже, в правом притоке Оки, недалеко от Рязани. Войска на двух берегах постояли некоторое время, и возглавлявший это войско ордынский эмир Бегич решил переходить речку и вступать в бой с русскими войсками. Как только он это сделал, на него ударили с правого и с левого фланга московские воеводы и пронский князь, это из числа рязанских князей, а в лоб ударил сам Дмитрий Иванович. И весь этот крупный отряд Мамая был уничтожен. Уничтожен, другая часть, значит, снова бросилась в эту самую Вожу, переправилась на свой берег, и, бросив все, что было у них в лагере, когда они стояли несколько дней на другом берегу Вожи, бросив все, ушла к себе в Орду. Ну, стало совершенно ясно, что крупных столкновений не миновать. Не миновать. И 1379 год прошел в подготовке к этой борьбе. Московский князь сумел к тому времени заключить союз с Новгородом Великим еще, наладить отношения с рязанским князем Олегом, а Мамай сумел привлечь свою армию фрягов, косогов, ясов. Фряги – это итальянцы. Вот, считается, что на Куликовом поле воевали генуэзцы, но это едва ли так. Вот. Но то, что были итальянцы, это бесспорно, и, скорее всего, это были венецианцы, которые владели Таной. Это рядом с Азовом. А эта территория была подчинена Орде Мамая. Косоги – это черкасы, и ясы – это осетины. Другие источники говорят, что были еще армяне, буртасы и бесермены. Буртасы и бесермены – это поволжские народы, но поволжские народы, которые жили севернее современного Саратова.
И подчинялись они, конечно, уже не Мамаю, а другому хану орденскому. Вот. Об армянах вообще никаких данных нет, чтобы они, значит, принимали участие в походах орденских князей. И здесь мы должны остановиться на характеристике тех источников, которые говорят нам о Куликовской битве. Потому что, значит, если вы имеете, например, показания письменных памятников о том, что участвовали вот, черкесы, осетины, итальянцы, это понятно, потому что это совершенно соответствует тому, чем владел Мамай, в каких землях он распоряжался. А если, значит, есть такие указания на народности, которые не входили в состав его державы, вот это вот, вот заставляет думать, а что же это такие за памятники, которые еще приписывают вот эти вот, вот этносы к числу тех, которыми владел или в которых правил ордынский темник или ханы этого самого темника. В более поздних источниках к этим народам добавляются еще и ляхи. А это уж совсем странно. Это уж совсем странно и может быть объяснено только тем, что в 1385 году литовский князь Ягайло Великий женился на польской королевне. Отец этой королевны не оставил сыновей, оставил только дочь. И, собственно говоря, для того, чтобы твердо править, достаточно, я бы сказал, непростой польской державой, где было очень много сановных людей, которые могли тоже претендовать на польский стол. Вот. Ну, вот возникла династия Ягеллонов, и только после ее возникновения в русском источнике можно было написать, что если Литва поддерживает, например, там, скажем, Мамая, то должны и ляхи поддерживать Мамая, потому что там установилась династия, собственно говоря, литовских князей. Это заставляет нас чрезвычайно внимательно отнестись к источникам, которые описывают все эти события. Источников этих много. И, ну, я вам должен так сказать, что, скажем, самое распространенное повествование о событиях, предшествовавших Куликовской битве и о самой Куликовской битве, это так называемое сказание о Мамаевом побоище. Вот в 1980 году, когда праздновался юбилей Куликовской битвы, насчитывалось 150 примерно списков этого произведения, а сейчас это, наверное, 160-170. Вот. Это довольно объемное повествование. Причем с точки зрения, например, там, историка, с точки зрения филолога и прочее, прочее, очень умно составленное. Человек знает очень многое. Он очень многое знает и очень многое еще очень умело додумывает. Поэтому различить, что вот это вот, вот в этом сочинении древнего, а что привносного, более позднего, бывает очень сложно. Причем имейте в виду, что, значит, вот 150 рукописей, там примерно сколько? Сейчас, одну минуточку, чтобы не отвлекаться от цифр, назову. Ну, примерно, значит, один текст содержит вот такой, в такой книге, он содержит примерно 50-60 страниц. Ну, 50-60 страниц – это все пустяки, понимаете? Вот. Но если вы, значит, вот эти 50-60 страниц
помножите на 160 или 170, тогда дело приобретает не столь радужный оттенок. Вот за 2 часа сели, прочли, все узнали, все поняли. А оказывается, надо вот сесть 170 раз по 2 часа и вот так вот, вот сличить одно с другим. А там, значит, есть разные тонкости. Я вот вам говорил, в одних упоминаются, например, ляхи, а в других нет. Значит, мы такие тексты разбиваем на группы, соединяя по одинаковости, значит, в определенные редакции, в определенные виды и так далее и тому подобное. Вот что за этим стоит на самом деле. И это самое сказание явно совершенно написано не ранее 70-х годов 15 века, но ни одного списка 15 века этого сказания нет, а есть только 16, 17 и даже 18 веков. Высказана мысль, что это произведение 16 века, примерно 20-х годов 16-го столетия оно было написано. И то, что оно литературно отделано и исторически очень хорошо выдержано, склоняет к тому, что, и это явно совершенно вот позднее сочинение, потому что вот там ляхи уж упоминаются определенно. Вот. Ну, говорит о том, что им надо пользоваться, если пользоваться, с чрезвычайной осторожностью и ответственностью, чтобы не факты позднего времени были приняты за факты XIV века. Более ранее это сказание является самым поздним из цикла памятников Куликовского цикла. Более ранними являются тексты, обнаруженные, собственно говоря, в самом конце XIX века, начале XX века. Это тексты Рогожского летописца и Симеоновской летописи. Текст Симеоновской летописи был издан, если мне не изменяет память, в 1913 году, а текст Рогожского летописца был издан в 1922 году только. И там вот есть всякие сведения, это краткие очень рассказы, которые называют Куликовскую битву иначе. Это Донское побоище на устье Непрядвы и Дона. В Симеоновской летописи вот текст такой же краткий. Все, значит, это стало известно широкой общественности только в XX веке. Также кратким является текст о битве на реке Непрядве, новгородская первая летопись младшего извода. Это текст сохранился в списке середины 40-х годов 15 века, но он, видимо, сложился раньше, скорее всего, в 20-х годах 15 века. Вот эти летописные памятники затем, значит, были переработаны и дополнены в 30-х годах 15-го столетия, и мы читаем этот текст, улучшенный явно по сравнению с краткими рассказами, в новгородской 4-й и софийской 1-й летописях. Дальнейший, вообще-то, рассказ о битве на Куликовом поле, он содержится почти в каждом, за редчайшими исключениями, русских летописных памятников 15-16 веков. Но 15-16 века – это уже время, когда вымирают поколения очевидцев, когда вымирают поколения детей этих очевидцев, и там уже нет, собственно говоря, живого воспоминания о событии. Это уже книжные такие тексты, которые имеются в этих самых летописях.
Так что для того, чтобы нам правильно оценить Куликовскую битву, нам надо пользоваться только ранними вот летописными такими памятниками, а поздние только привлекать в тех случаях, когда возникают те или иные сомнения. Помимо летописных памятников существует еще, значит, одно произведение, которое к летописи никак не отнесешь, это не летописное произведение, это так называемая задонщина. Задонщина, которая существует всего лишь представлена она всего лишь 6 списками, списков очень немного, и она особого происхождения. Она приписывается некоему Сафонию Рязанцу, и надо сказать, что это очень похоже на правду, потому что другие летописи – это московского происхождения. Вот там впервые, хочу сказать еще раз, что там, значит, впервые фигурирует Куликово поле, что битва произошла на Куликовом поле. Вот, теперь, зная о том, что этой битве исторически предшествовало, и откуда мы можем, собственно говоря, узнать об этом самом событии, из каких источников, из каких памятников, на что надо, значит, обращать внимание в первую очередь, а на некоторые сведения вообще не обращать внимания, мы перейдем к самой Куликовской битве. Значит, я уже говорил, что после битвы на реке Воже явно наступило затишье в 1379 году, когда стороны подбирали себе союзников с одной стороны и явно готовились к противоборству. Летопись говорит, вот Рогожский летописец, что первое известие о движении Мамая Дмитрий Донской получил в августе 1380 года. Из других источников мы знаем, что 20 августа войска Дмитрия Донского, оказавшиеся в Коломне, вышли из этого города, повернули на запад и дошли до устья реки Лопасни. Это левый приток Москва-реки. Значит, если были получены известия в августе, 20 августа, это мы знаем, что мобилизованные войска из Коломны ушли, у нас имеется определенный хронологический промежуток до 20 августа. До 20 августа. Значит, надо было получить сведения, надо было отослать вестников в подчинявшиеся города с известием, что надо выступать против приближающихся ордынцев. Войска были собраны в Москве, и войска были отправлены в Коломну. Значит, когда могли получить известие, какого примерно августа должны были быть получены известия в Москве? Вот тут вот мы прибегаем к разным историческим расчетам. Значит, получается так, что планировалось в Коломне собрать войска в Месопуст Святой Богородицы и, значит, там к Успению Святой Богородицы. Так, Успение Святой Богородицы когда у нас отмечается? Какого? Да. По какому счету? Лет. А? Какому? А по-старому? 15-го. 15-го. По юлианскому счету это будет 15 августа. Предшествующий праздник, значит, мясное заговение, пост, начинается с 1 августа. Вот так вот.
от Москвы до Коломны сколько надо было бы пройти на лошадях времени? Три дня. Вот. Это правая сторона зала. Вот так вот, она, оказывается, и права. Вот. Три дня на самом деле. Никак не менее трех дней. 2-3 дня. Если форсированным маршем, то, значит, за 2 дня можно пройти. Там 120 километров. Вот так вот. Средняя скорость передвижения конницы – это 50 километров в день. Если, значит, идти галопом, то это будет быстрее, там это может промежуток, один переход может равняться 78 километрам. Значит, если так, то чтобы добраться из Москвы до Коломны, надо 3 дня. Допустим, срок 15 августа, значит, надо из Москвы выйти 12-го. Из Москвы надо выйти 12-го. Если известия о движении Мамая были получены в августе, то они должны были быть получены в начале августа только. Вот так вот. В начале августа рассылаются вестники и приходят войска из других городов. Ну, примерно надо, значит, на это 11, примерно 10-12 дней. Вот так вот. Мы имеем пример. В войну 1375 года с Тверью Дмитрий Донской оказался в таком же положении. Ему были, значит, возвращены мирные грамоты от Тверского князя. Известно это самое число, когда приехал гонец с этими грамотами. И передача таких грамот означала объявление войны. И мы знаем, когда Дмитрий Донской выступил в поход. Значит, получается, что он потратил на сбор войска и выступление в поход в 1375 году 11 дней. И у нас примерно такая же цифра получается в 80-м году. 10-12 дней, а там 11 дней. Значит, почему войска были посланы в Коломну? Коломна являлась главным городом на пути с юга в центр русских княжеств. Шатура теперь, значит, Московская область, да? Вот, а значит, в XIV веке Шатура была Владимирской областью, как это ни странно, Владимира на Клязьме. Значит, если вы захватываете Коломну и начинаете продвигаться вверх по реке в Москве, то вы до определенного момента, примерно до Орехово-Зуево, значит, идете, потом поворачиваете на восток, то вы попадаете во Владимирские земли и во Владимир. А если вы поворачиваете по течению Москва-реки, то вы достигаете Москвы. Поэтому это очень важная дорога. Это очень важная дорога. И она поэтому охранялась такой крепостью, как Коломна. Поэтому туда сразу же, после того, как войска были собраны в Москве, поэтому сразу туда они и были посланы. Но, прождав несколько дней, оказалось, что никакой орды Мамая под Коломной нет. И тогда надо было переводить войска по-другому. Значит, и пришли, собственно говоря, с северо-запада в Коломну войска, а потом стали идти вдоль течения Оки на запад. По сути дела, это определенное возвращение. Значит, вот где находится, где расположил свою орду Мамай, точно неизвестно было.
но не в Коломне. Вот это очень важно, потому что, значит, Коломна была освобождена от этого большого гарнизона. Прибыв на усть Лопасни, Дмитрий послал уведомление об этом в Москву с призывом, чтобы к нему сюда, на усть Лопасни, пришли дополнительные полки. И такие дополнительные полки были организованы, и они пришли к великому князю, в том числе пришел его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской. Серпухов находился надо было продвинуться по Оке еще выше. Летопись говорит, что примерно 26-27 августа русские полки решили переходить Оку. И этот переход был осуществлен. Причем, значит, один из переходов был занят переводом на другой берег двора великого князя Дмитрия. Это означает, что в Куликовской битве, конечно, участвовали главным образом силы, подчиненные самому великому князю, значит, еще двоюродного брата, это все москвичи, вообще говоря, в широком смысле слова. И вот другая часть войска состояла из союзников. Очень каверзный вопрос. А сколько же было русских войск? Какое число? И тут мы, значит, видим полет мысли не только у современных историков, а особенно еще краеведов. Мы видим такой полет мысли еще в XVI и XVII веках. Вот сказание о Мамаевом побоище, о котором я вам говорил, и которое было написано не ранее 80-х годов 15 века, а скорее всего в 16 столетии, дает цифру. Было 400 тысяч. Но это только один вариант сказания о Мамаевом побоище. А другой вариант называет другую цифру. А третий вариант еще одну. А четвертый называет 1 420 000. Вот когда вы встречаетесь с такими цифрами, вы начинаете понимать, что в источниках не все ладно. Каждый хочет отметить могущество Дмитрия Ивановича, и это могущество выражается в цифрах от 400 000 до 1 400 000 с лишним. Можете выбирать. Но это тот случай, когда выбирать ничего не надо. Заведомо ясно, что такая пляска цифр явно недостоверна. Вот все равно я вам хочу это самое. Зал будет занят или не очень, скажите, пожалуйста. Вот, потому что мне вам надо рассказать вот о деталях Куликовской битвы. Вот относительно количества я могу сказать следующее, что в 1375 году, тогда, когда шла Московско-Тверская война, новгородские ушкуйники, их было мало, как говорит летопись, всего 1500 человек, они рекой Костромой спустились к городу Костроме и напали на этот город. Воевода и наместник Костромы Плещеев решил защищаться. Значит, у него была своя дружина, а с другой стороны, значит, помогали костромичи. Собралось свыше 5000 человек. Но новгородские ушкуйники были закалены в боях. Они разделили свое войско на две части. Одна половина стала сражаться с костромичами вот лицо к лицу, а вот из другой половины ушкуйники создали засадный полк. Этот засадный полк зашел в тыл к костромичам
и ударил на них с тыла. И костромичи разбежались. Бежал самое главное воевода Плещеев. И летописец пошутил. Плещеев плещи показал. Вот. Показать плещи – это значит обратиться в бегство. Плечи показал. Вот, значит, с одного города сумели собрать войско около 5000. О, таких городов, подчиненных, например, Дмитрию Донскому, к тому времени было 39, но около 40. Были еще, значит, города союзные вполне. Таких городов набирается, ну, около 50 или 50 с чем-то. В летописи сообщается, что собранных войск Дмитрием Ивановичем насчитывалось 100 тысяч и 100. Вот это вот, вот странное выражение 100 тысяч и 100 заставило в свое время нашего очень известного такого филолога и лингвиста Шахматова предположить, что вот это вот 100 представляло из себя цифру О, вот, и обозначало, скорее всего, 70 тысяч. Это на, так вы себе представьте, значит, вот О, и вот еще вот так, такая эта самая палочка. Значит, если там не ставить надстрочные всякие знаки, то это будет как раз цифра 100. Вот, даже то там надо титла поставить. Вот. А так это должно было бы обозначать 70 тысяч. 170 тысяч. Если было городов около 50 или немножко больше 50, то это означает, что с города надо было собрать около 3000. В принципе, это вполне реальная цифра. Собрать 3000 воинов с городов, подобных Костроме. Но только надо иметь в виду, что не все войска, конечно, были уведены на Куликово поле, потому что остались многие, значит, войска в качестве гарнизонных в той же самой Москве. И их, кстати говоря, возглавлял такой воевода, как Андрей Федорович Свибло. Свиблову башню Московского Кремля вы все знаете. Вот. Еще были специально оставлены войска в Серпухове и в той же самой Коломне, на всякий случай, если последуют неожиданные прорывы. Так что основная территория была достаточно укреплена, а вот часть собранного войска пошла на Куликово поле. Я думаю, что это примерно 40-60 тысяч там было. Примерно такая же цифра должна быть названа и для рати Мамая. Рать Мамая, ну, тоже не имеет определенного количества, нет указаний на определенное количество войск Мамая, но по аналогиям можно заключить, что, например, там в 1340 году хан Узбек, это, ну, так скажем, родственник Мамая, подготовил поход на Польшу, в нем приняло участие 40 тысяч войска. Тохтамыш в 80-е годы XIV века после этих событий решил напасть на Персию, на город Тебриз. Он организовал войска, которые насчитывали 90 туменов, то есть 90 тысяч человек. Персия воспринималась как более сильное государство, чем Польша в XIV веке. Значит, примерно Мамай должен был выставить вот именно такое количество воинов. Теперь вот мы посмотрим, когда, значит, московские войска в конце 20-х чисел августа переправились через Аку, как они шли на это самое Куликово поле. За два дня до сражения они остановились здесь,
Значит, это было 6 сентября. И известие об этом получил Мамай. Причем, значит, летопись пишет так, что он, видев свои осеченные, очень разъярился. Что значит «видел сеченых»? Ну, раненых. Что же произошло? А произошло следующее, что при движении вдоль течения Дона, примерно в этом месте, ну вот, может быть, чуть повыше, произошла, собственно говоря, боевая стычка с частью войск Мамая. Но это был обычный, очевидно, сторожевой полк или сторожевая, ну, разведка, которая выставляется всегда при движении больших войск. Но это фиксируется, например, скажем, еще в XII веке. В борьбе за Киев, например, Юрий Долгорукий выставлял разведку, которая действовала на расстоянии нескольких десятков километров от основного района военных действий. Точно так же поступали и войска азиатские. Точно так же. Значит, оказывается, что если пересекли Аку около Лопасни 27-го, самое позднее августа, то на место будущей битвы, или, значит, около этого самого места, русские войска прибыли 6 сентября. Можно легко высчитать расстояние напрямую от устья Лопасни до устья Непряду примерно 140 километров. Значит, можно понять, с какой скоростью двигались русские войска. Они двигались как черепахи. Как черепахи, понимаете? Вот если, например, скажем, от Коломны до устья Лопасни можно было за два дня пройти, там 120 километров, а 140 километров они двигаются, значит, это, ну, 10 дней. 10-11 дней. И понятно почему. Потому что понимают, что здесь ждет враг. Здесь ждет враг. Пусть это будут разведчики, пусть это будет часть войска, пусть это будет основное войско, но тем не менее здесь всегда опасно натолкнуться на врага. И получив, собственно говоря, удар от русских войск, разведчики Мамая бежали. Бежали, очевидно, туда, где находилась основная ставка Мамая. Теперь, если этот бой случился 6 числа, то понятно совершенно, как поступали русские. Они не спешили форсировать Дон. Они не спешили форсировать Дон, потому что они не знали, где расположение основные силы и когда последует вот возмездие, ну, ответный удар. Они прождали до ночи, значит, 7 сентября, враг не появлялся. Они прождали весь день 7 сентября, не ночь, а и день прождали, враг не появлялся. И тогда было решено ночью переходить Дон. Причем летопись говорит так. Дмитрий посоветовался со своими боярами и распорядился ночью начать переправу через Дон, искать броды и наводить мосты. То есть он не знал, например, в каких местах находятся броды. То, что надо строить мосты, это было понятно при всех условиях. Значит, вот здесь у нас, переправившись через Дон, Дмитрий расставил свои войска, и, собственно говоря, утром 8 сентября на горизонте появилась уже конница Мамая. Появилась конница Мамая, но он сумел расставить свои войска. Вот мы давайте посмотрим на учебник по русской истории, который нам преподают в школе.
Посмотрите, значит, теперь все можно, собственно говоря, обнародовать и придать общему обсуждению. Вот, пожалуйста, смотрите, как были расставлены войска. Значит, здесь у нас получается так, что войска, перейдя Дон здесь, в этом месте, стали спиной к реке Непрядве, ожидая с юго-востока, собственно говоря, удара Мамая. Построение такое, четырехрядное. Здесь построение войск у Мамая трехрядное. Но не будем, забывать, что при всяких таких построениях надо опираться на материалы, которые говорят нам о том, что именно так было построено войско. Но летопись нам, например, говорит, что победу одержали Дмитрий Иванович и его брат Владимир Андреевич. Из этого следует, что, по крайней мере, два князя командовали двумя соединениями военными. Допустим, Дмитрий Иванович командовал великим полком. Великий полк – это основная сила, основное подразделение, которое, в свою очередь, делится на главный полк центральный, полк правой руки, полк левой руки. Это вот показано здесь. Большой полк, полк левый, естественно, полк правой руки. Но никаких сведений о передовом полке, на который направлен удар, первый удар же, сведений нет ни в каких источниках. Сторожевой полк, да, был, это верно. Резерв написано, частный резерв. Кто это частное лицо? Значит, учебник нам не сообщает, ничего не говорит. Никаких сведений о частном резервном полке источники не дают. Засадный полк показан здесь. Действительно, засадный полк, четко о нем говорит самое позднее сказание о Мамаевом побоище, но имеются намеки, которые говорят о том, что такой полк существовал действительно. Но он был отправлен, как говорят источники, вполне достоверные, выше по Днепру, по Дону, простите. Выше по Дону. А где же это самое, как же это вдруг он оказался здесь, на левом фланге? Он по Дону должен быть отправлен, вот куда-то сюда. После окончания, после вот сражения, которое произошло здесь, известно, что Мамай отступил к реке Мече. Река Меча протекает здесь вот. Собственно говоря, юго-западнее. Там вершина примерно на одной горизонтали с Непрядовой, вот вершина Мечи. Но начинается там, где имеется степь, потому что Мамай здесь кочевал несколько дней. Он не сразу, собственно говоря, направил свои войска на битву. Да, вот так вот будет лучше. Вы правы. Если, верить вот этой схеме, Мамай подходит совсем с другой стороны. И вот это вот свидетельство говорит о том, насколько, собственно говоря, не учитывается сведения источников, когда речь идет о конкретных вещах. Насколько, в общем, свободомыслие такое, как в 17 веке, хотите,
войска у Дмитрия будут 400 тысяч, а хотите 1 400 000, вот так вот, это нет никакой разницы. И здесь то же самое мы видим. Здесь то же самое мы видим. Но дело заключается в том, конечно, что вот эта схема примерно, ну не так она была, но вообще говоря, это предложение восходит к мнению полковника русского генерального штаба Масловского. В 1880 году, когда праздновалось 500-летие Куликовской битвы, значит, этим вопросом заинтересовалась общественность. Было опубликовано несколько статей. Было принято решение о том, чтобы на Куликовом поле был поставлен памятник. Он, значит, вот где-то вот здесь вот это самое стоит. И было предпринято путешествие, поездка Масловского, как военного теоретика. Это человек, который, например, там, скажем, объяснял, почему Наполеон при таком-то сражении строил так-то свои войска. Вот. Почему, например, там Ганнибал, как он выиграл там битву это самое, у римлян. Вот. Почему он строил так свои войска? Почему римляне потом победили Ганнибала, стали расступаться перед слонами, которых он гнал? Вот. Когда он посмотрел на природу, и когда он услышал Иловайского, который говорил, как стояли войска, он сказал просто: это ловушка. Это ловушка. Войска поставлены в ловушку, в мешок. Понимаете? Потому что что здесь нам показывает? Нам показывает переход сюда, значит, здесь были наведены мосты, переправы и прочее, прочее, а войска повернулись к этим переправам, флангам. У них за спиной оказалось Непрядво. Ну, есть историк, который говорит, а вот это вот было сделано специально, потому что задача была такая, или умереть, или победить. Ну, при такой постановке вопроса, конечно, все возможно. Понимаете? Но для того, чтобы все-таки рационально руководить войсками и предусматривать и возможность победы, и возможность поражения, вот так вот, так делать нельзя. Так делать нельзя. Нельзя ставить войска в заведомо невыгодные условия для боя. Значит, вот показ здесь многочисленных бродов, которые нарисованы, это все те же самые догадки современных людей. Ну, обычно это преподаватели в школ. Вот. Которые хотят логически осмыслить то, что произошло, но при этом исходят из совершенно неверных данных. Потому что войска-то остановились не здесь, а вот здесь. И вот эти броды, вот тут один, собственно говоря, брод известен, Татинский он называется. Татинские броды... Это не только название вот этого места, на Днепре тоже есть так называемый Татинский брод. Почему Татинский? Потому что брод скрытый, вроде Татя. Он не обнаруживается, понимаете, так это самое, легко и просто. Это надо знать. В условиях вечернего времени... В условиях военного ночного времени, понимаете, не так легко искать броды. И почему переходит Дон здесь, когда он получил еще дополнительную воду Непрядвы? А дело заключается в том, что остановка была выше по Дону. И вот здесь действительно можно было переходить Дон,
и использовать неприятву как определенную защиту. И источники говорят о том, что татары двигались на русских по двум берегам Неприадвы. Ну, если вот так вот вы представьте, что это вот совершенно точное отражение построения войск в 1380 году, то зачем же татарам двигаться вдоль Неприадвы по двум берегам? Каким образом это самое все происходит? На самом же деле, вот здесь, конечно, было меньше воды. Вот. И если мосты там это самое делали и еще, значит, броды искали, а брод переходит конница, а не человек. Вот. Такие вещи бывали даже тогда, когда переходили Днепр в средние века. На конях просто вот это самое переходили. Но, правда, в местах, где это самое, где Днепр имел мели. Вот, так, значит, вот переход-то вот был здесь осуществлен. И река Неприадва, ну, она здесь очень, так это самое, нарисована свободно. Вот, она более спрямленное течение имеет. Здесь имеется река Буйца еще. Правый предмет Неприадвы. Река Буйца – это тоже дополнительная защита от движения войск Мамая именно отсюда, с юго-запада. Вот это обстоятельство, конечно, к сожалению, вот то, что я посмотрел, там карты всякие прочее, я вам привел самую простую учебную карту для школы, как она теперь это самое у нас вырисовывается. Все это совершенно неправдоподобно оказывается. То есть возникают вопросы, на которые сами составители карты ответить не могут. Теперь, когда все это началось, по данным, которые вы найдете там в Википедии и подобных ей вещах, значит, говорится, что битва началась утром, это правда. Она началась примерно половина 11 утра, вот когда были построены войска. И первый удар был нанесен по сторожевому полку, а во главе этого полка стоял переодетый Дмитрий Иванович Московский. Полк этот сражался, но, собственно говоря, ордынцы его стали теснить, вот они стали теснить, вот, это, вот здесь вот происходило, они стали его теснить вот сюда. Потому что, конечно, вот так вот расставить войска, чтобы проходы через речку оказались на фланге, а не в тылу, самое удобное повернуться и бежать это с обратной дорогой, если будет поражение. Вот. А тут надо было, значит, еще вот выстроиться так, ухитриться оставить за собой речку, в которой вы потонете, если вас будут разбивать, и даже на части, если будет растерзан фронт, вот, то вот эти вот части могут погибнуть там. Все это, конечно, совершенно не имеет смысла. А вот здесь вот как раз, здесь это можно было держаться, и очевидно держались. Тогда можно понять, почему источники говорят о том, что татары шли двумя берегами Неприадвы. Неприадва – река совсем другая, чем Дон. Ее пересечь можно. В XVIII веке ширина Неприадвы составляла 10 сажень. Ну, это примерно 11 метров. 11 метров можно было вполне преодолеть. Так вот, вот первый этап битвы, начавшийся половина 11 утра, он, значит, прошел под натиском татар, и они имели успех, потому что сторожевой полк должен был отойти к великому полку, и в рядах великого полка оказался и сам Дмитрий Иванович Донской. И совершенно ясно, значит, что это делалось. То есть это вот так вот, вот это надо смотреть. Что предпринимал Мамай? Он стремился прорвать
вот разъединить вот эти вот, вот части войска. Одну, значит, загнать в междуречье Непряду и Дона. И здесь бы она, конечно, погибла, вот эта вот, вот самая часть. А другую отогнать на север. Она могла отступить, бежать и так далее и тому подобное. Здесь это самое, здесь условия сохранялись. Но, значит, так у задумавших такие маневры ордынцев это не получилось. Полк, великий полк, отчаянно сражался и, в принципе, выстоял. И в решительный момент сражения, после двух часов сражения, когда, в общем, татары стали обходить вот эти вот, вот войска, вот здесь вот сюда прорываться, ближе к Дону, вот через два часа после сражения в дело и вступил засадный полк. Понятно почему? Потому что, значит, вот стремились разбить здесь вот, это самое, в направлении Дона. Когда приблизились к Дону, тогда стало иметь смысл действие этого засадного полка. Сразу на битву это не повлияло. Я скоро кончаю. Вот. Сразу на битву это не повлияло. Надо было биться еще час. И вот через час наступил перелом. Войска Мамая не выдержали. Войска Мамая не выдержали и обратились в бегство. Причем бежали они в верховье мечи, откуда и пришли. Обращаю ваше внимание, что если здесь, например, вот на таких картах, логика такая, что русские должны, если в случае поражения, отходить на, ну, на такие места, понимаете, не сразу вот это самое, не повернуты они так, чтобы, значит, вот откуда они пришли, туда и бежали. А, значит, а здесь тут это получается совсем не так. Вот. А татары бежали именно так, откуда пришли, туда и бежали. И вот это построение Дмитрия Донского войск оказалось, в общем, более правильным. Более правильным и победоносным. Татары вынуждены были отступить. Примерно верховья Мечи находится от устья Непрядвы в 60-65 километрах. Это означает, нельзя было, например, гнать конницу, чтобы она после вот такого перехода, это явно совершенно усталая конница будет, вот она просто не может сражаться, значит, он это расстояние Мамай преодолел, ну, там, вечер 6 сентября, 7 сентября, под утро 8 сентября, чтобы, значит, все-таки сохранить боевой потенциал войска. Результат, конечно, был такой, что битва была проиграна. Я не буду говорить там о всех ее последствиях. Хочу только сказать, что всякие такие, как я вначале говорил, мысли относительно того, что от этой битвы больше всего выиграл хан Токтамыш, который, значит, был за несколько сот километров до этой самой битвы находился. Выглядит, ну, как вам сказать, как прожект такой, понимаете? Это вот историки-прожектеры могут такие вещи говорить, чтобы просто обратить на себя внимание. Так, как теперь выражается, для того, чтобы так, собственный пиар продемонстрировать. Вот. А все это совершенно неверно. Но какие реальные последствия были этой самой битвы? А реальные последствия были таковы, что, конечно, была подорвана мощь державы Мамая. Во всяком случае, там начались явные нестроения. Нестроения между знатью и им. Это первое. Что способствовало легкой победе Тохтамыша где-то в ноябре 1380 года, будем говорить не, значит, в сентябре, а в ноябре 1380 года, над Мамаем.
Затем, я не буду там говорить подробно о позиции, допустим, Олега Рязанского. Я думаю, что фактически он ничем не мог помочь Мамаю в эти напряженные, в общем, дни и часы. Но при проходе через рязанские земли, возвращаясь там в Москву и в Владимир, надо было кусочек... Я сейчас заканчиваю. Да. Вот, да. Надо было пройти через рязанские земли. А там рязанцы, вот этих вот воинов, которые шли с Куликова поля, захватывали и превращали их в холопов. Договоры с Рязанью московских князей конца XIV века, а также, значит, вот еще первой половины XV века, все время этих людей упоминают. Вот примерно через 70 лет после Куликовской битвы они перестали упоминаться, потому что, наверное, все, скорее всего, вымерли. Вместо наместников Олега боярство Рязани пригласило занять их места наместников Дмитрия Московского. Дмитрий согласился, но через год он посчитал, что важнее вернуть это княжество Олегу Рязанскому, а не удерживать за собой. Еще через год, в 1381 году, в Литве прорусская партия князя Кейстута изгнала Игайла с великокняжеского стола литовского. Значит, и здесь, собственно говоря, вот политическое воздействие этой победы было прямым. Кейстут поддерживал дружеские связи с Дмитрием, но это продолжалось недолгое время, потому что все-таки его противники сместили его. Но в середине 80-х годов стоял острый вопрос относительно того, чтобы породниться литовским великим князьям с московским великим князем. Это тоже последствия Куликовской битвы. Помимо Рязанского княжества, к Москве было присоединено Белозерское княжество, но не на короткий срок, а постоянно, поскольку два белозерских князя были убиты в Куликовской битве, а московский великокняжеский дом находился в родстве с этими самыми князьями. И, конечно, вот эта победа вдохновляла как пример русских воинов в последующие века. И это было идеологическим последствием битвы на Куликовом поле. Вот на этом разрешите закончить.